Настоящим украшением самого любимого у жителей поселения Зеленоградское праздника стало выступление студии пластической гимнастики Терпсихора. Воспитанники студии не впервые выступают на концертных площадках района, и всегда их ждет триумфальный успех. Впрочем, по плечу им не только местные, но и общероссийские и даже международные площадки. Как групповые, так и одиночные выступления молодых артистов просто завораживают. А праздник продолжался своим чередом. Было много поздравлений, пожеланий и особенно подарков. Ведь день рождения поселения – это праздник всех его жителей, от мала до велика.